Начало. Петр I создает гранильную фабрику для строительства новой столицы и создания изделий из камня, отражающих величие новой Российской империи. Эти предметы роскоши ценятся во всей Европе. Новая эпоха. Новые ценности. Рубиновые камни фабрики в сердце советских часов и военных приборов. Высочайшее качество и точность. Путь к победе. Новые высоты. От часовых рубиновых камней к сложным механизмам. Часы-ракета – символ достижений советского народа. Перестройка страны с нуля. Но завод выстоял благодаря силе духа часовщиков и преданности своему делу. Триста лет мы сохраняем свои ценности. 300 лет мы вносим свой вклад в историю стран. Часовой завод «Ракета». Время наших достижений.